В России третий день подряд подтверждается менее 26 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся превысило 10 миллионов 318 тысяч. За сутки в стране умерли 1002 ковид-пациента. Всего с начала пандемии 301 271. В Татарстане на утро четверга коронавирус выявили у 99 человек, 7 из них жители набережных Челнов. За сутки в республике зарегистрировано 6 летальных исходов. Общее число инфицированных вплотную приблизилось к отметке в 42 тысячи, скончались 1395 татарстанцев.